Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Ssangyong Crexton 2006 года, 2.3 бензин. На этом автомобиле мы заменим задние тормозные колодки. Пока мы это сделаем без замены задних дисков, ситуация просто не позволяет до такой роскоши. Колодки стерлись до металла. Сейчас снимем колесо, и будет сразу уже видно, как у нас это все выглядит. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Вот такая вот штука. Не, ну его обязательно надо будет менять в ближайшее время. Он вообще он тоненький стал. Сейчас пока поставим, покатаешься маленько, потом и новые колодки, и новые диски надо будет под замену. Откручиваем сзади два болта, а даже можно не два, нет, лучше оба откручиваем, верхний и нижний, и поднимаем суппорт. Болты, ключик на 14. Здесь только до пискуна дошла. Колодка перекошена. Направляющая. Нижняя шевелится, верхняя нет. Снимаем и чистим. Чистим, промываем и набиваем смазкой. И одну, и вторую. Заодно почистим. Это сухая, но тем не менее она не заклинила. Это заклинило. Шевелилось. Сейчас мы ее расшевелим. Да, палец коррозией покрылся. Поршенек вот такой струбцины вдавливаем. Может, у кого-то другие струбцины, но у меня вот такая. Поршенек на выходе, поэтому его немножко перекашивает с разных сторон. Мы его сейчас ровно заведем. Стучать не нужно.
Помимо этого, сейчас еще подпыльничек добавим смазки. Поднимаем пыльник аккуратненько и добавляем высокотемпературная смазка тойотовская. И разгоняем ее по пыльнику. За счет этого поршенек коррозии не покрывается, работает дольше суппорт. Эту же смазку мы в направляющее набьем. Все, поршень мы вдавили на место. Очищаем все здесь. Теперь берем щеткой по металлу, сейчас тисках зажму, обе направляющих очищаем. Почистил шайбочки, эти пластиночки противоскрипные, сверху, снизу стоят у нас. Устанавливаем их также. Верхнюю устанавливаем на место. Пластинка треснута, надо будет сразу комплект новых заказывать, когда будем устанавливать новые диски. Новые колодочки будем устанавливать фирмы Japan Parts. Номер идет PPS01AF. Внутреннюю колодку мы со скрипуном ставим, с пищалкой вставляем нашу пластинку и вставляем колодку. Колодки установили. Теперь направляющие я почистил, смазываем их.
выставляем направляющий. Надеваем пыльнички на место. Все, направляющие у нас двигаются. И одеваем на место супор. Наживляем один болт и наживляем второй болт. Все, получается, колодки мы установили, ставим на место колесо. Колодки тормозные мы заменили. Аналогичным образом меняем на правой стороне. На этом все. Всего вам доброго.